Арест собственных квартир и жилого дома обжаловал министр энергетики и угольной промышленности. Игорь Насалик обратился в Печерский райсуд столицы. Когда рассмотрят апелляцию, пока неизвестно. Напомню, без крыши над головой чиновника решил оставить президент футбольного клуба «Карпаты» и бывший бизнес-партнер министра Петр Дыминский. Насалик якобы 3 года назад занял у Дыминского больше $3 миллионов. Тот попросил Печерский суд арестовать имущество министра, квартиру, жилой дом и участок под Киевом.